В начале нынешнего года президент Украины объявил о том, что региональная политика будет подвержена существенному изменению и заработает на новых принципах. Это значит, что регионы и общины получат в качестве поддержки фонд регионального развития. Он создан, чтобы помогать находить деньги на финансирование проектов любого регионального уровня. В полную силу фонд заработает в будущем году, а в этом он уже стал серьезным подспорьем во время подготовки школ, больниц и других объектов к осенне-зимнему периоду. Суть новой концепции – создать фонд для поиска денег на региональные проекты. Результат ощутили уже 1 сентября. Текущий ремонт проведен на 100%. Капитальный ремонт на 98%. Директор одной из школ рассказал о том, что в нынешнем году недостатка в государственной помощи не ощущалось. Деньги нашли почти на все. Спортивный зал заменили вікна, нові тепер теплі відповідно, дальше батареї опалення і плюс водовідведення і водопостачання. Ремонт, капитальный ремонт и даже реконструкция – не самые позитивные примеры результатов президентских инициатив. Это новая школа. Она была построена всего за 2 года. Это абсолютно полностью государственное строительство. Это бюджет города. И на последних этапах строительства школы была помощь кабинета министров. В Минздраве сразу по инаугурации Виктора Януковича был создан инженерно-технический центр. Теперь за состоянием объектов инфраструктуры следит он. К примеру, за корпусами медуниверситета. Были відремонтовані навчальні корпуси та гуртожитки для студентів. На цих об'єктах були проведені загальнобудівельні роботи, оздоблювальні роботи. Для того це було для покращення умов проживання студентів та їхнього навчання. Госфонд регионального развития должен заработать на полную мощность в 2014 году. По словам президента, таким образом нынешняя власть поставит наконец точку в вопросе финансирования региональных проектов.